Капитального ремонта в детском саду «Василек» номер 55 не было с момента постройки, а именно 72 года. Здание достаточно прочное, но время не щадит, и оно давно требовало масштабного обновления. Здесь делались ремонтные работы, ну, частично. Вот. Поэтому, в принципе, он уже устарел, то есть был уже большой износ детского сада. Сейчас учреждение входит в структуру гимназии номер 7. Пока ребята распределены в два других садика, здесь все лето кипит работа. Обустройство помещения и территории заранее тщательно продумали. Мы вместе с проектировщиками, как бы они с нами непосредственно всегда связывались, мы вместе планировали, где будет освещение, где как мебель будет расставлена в группах. Возведены стены, установлены перегородки, проведены кровельные работы. Из-за промерзания крышу полностью заменили и утеплили. Немало времени ушло и на замену вентиляционной системы. Вся система вентиляции будет абсолютно новая, потому что новый проект, новое оборудование, это также относительно пищеблока. Из-за этого также увеличение мощностей будет, потому что не хватало первоначальных мощностей. В ближайшее время рабочие примутся за благоустройство территории. Заменят забор, установят 11 веранд, новые игровые площадки и резиновое покрытие. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел объект. Он уточнил сроки окончания работ и детали ремонта. Сколько сейчас рабочих у вас на площадке? В общем, у нас на объекте работает 54 человека. На сегодняшний день у нас где-то сегодня работают где-то 42. Угу. Техники тоже достаточно. Пока сложности в работе нет, уточнил подрядчик. Все выполняется в срок, но при необходимости мощности увеличат, чтобы в обновленный родной садик ребята пошли как можно быстрее. Полина Бахова, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».